Здравствуйте, дорогие подписчики зрители канала, с вами Диман. Я начинаю снимать про коробки удачи в Warface за варбаксы. Начинаем. Попробуем быстро убивать, как в тот раз. Опа! Чирик. Хорошо. К сожалению, МГ-3 не выпало, но выпало кое-что другое. Дробовик. Если я не ошибаюсь, да, дробовик. АА-12. Посмотрим, что он из себя представляет. Ну, в принципе, нормально. Как ЮСАС с зажимной. Посмотрим так. С глушителем. Ё-моё. Хорошая кучность стрельбы. Да, идеально. А в подкате? Ну, я думаю, он нормальный, в принципе. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем удачи и до скорого.